Сразу две перестрелки произошли за один вечер в Караганде и Темиртау. Объединяет происшествие одно. Виновник – алкоголь. Стреляли там, где были распиты спиртные напитки. Итог неутешительный. Оба пострадавших оказались в больнице. Молодой человек, доставленный в центральную больницу города Темиртау вчера в районе 8 вечера, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи поставили парню диагноз – огнестрельное, проникающее слепое пулевое ранение черепа. Трагедия, приведшая к столь плачевным последствиям, произошла вечером 22 июля в одном из дворов города Металлургов. В тот вечер 23-летний молодой человек выпивал со своим знакомым. Молодые люди поссорились, и его собутыльник, выхватив травматический пистолет, совершил выстрел. Был немедленно взят в операционную, произведена трепанация черепа, удаление инородного тела, пули от травматического пистолета ОСА. Молодого человека доставили в больницу спустя 20 минут после ранения. Сейчас пострадавший находится в коме. По словам Степана Мартынова, подобные ранения могут грозить множественными осложнениями в зависимости от степени повреждения головного мозга. Остальная информация не разглашается. В тот же вечер в другом городе произошло похожее преступление. Изменилось только оружие. В тот же вечер, но уже в Караганде, врачи оказали помощь 32-летнему местному жителю, в которого выстрелил из ружья его 22-летний собутыльник. По данным фактом возбуждены уголовные дела, проводится расследование. Мораль всей истории такова: не надо делать необдуманных поступков. Теперь один из ее участников в коме, другой в руках правоохранительных органов. Марк Бышко, Тульген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.